Ба-бам! Всем привет, ребята, с вами Алекс Забугорский. Сегодня будет очень короткое видео, знаете, уж короче, наверное, не придумаешь. Мой мексиканский друг Сэл прикупил себе новые сапожки. И я, знаете, решил просто вам показать. Вот это вот из Астрич. Пробить надо, я даже не знаю, что такое Астрич, но, блин, довольно прикольные сапоги из очень деликатной кожи, сделаны все вручную. Сразу скажу, это не для рекламы. Это не для рекламы вот этих вот сапог и ремней, которые идут, опять же, в таком вот комплекте. Видите, Астрич сапог, Астрич ремень и вот такой сапог Хиппо. Хиппо. Что такое хиппо, тоже пробьем. Не знаю. И вместе вот с такими ремнями. Все очень круто, все очень здорово. Но это просто совпало с тем, что я недавно познакомился у нас в Orange County с моим новым другом. Его зовут Володя. И Володя делает вот такие вот разные дизайны сумки ручной работы из кожи. Уникальность в том, что это все сделано тоже вручную, и еще уникальность в том, что вот это тату, которая набивается так же, как и на человеке, и кому я показывал, действительно всем очень понравилось. Особенно хочется обратить внимание, возможно, что у вас есть друзья в барбершопе. Барбершоп — это те, которые стригут волосы, бороды. Такой вот холдер для ножниц, куда вставляются ножницы, куда вставляются необходимые аксессуары, которые очень четко крепятся, причем фиксируется, видите, как одевается, как кобура, и фиксируется к ремню. То есть у тебя вот эта вот штука одевается в ремень, и так зафиксировано достаточно жестко, стильно. Тату наносится в виде логотипа или в виде чего ты захочешь, в виде своего лица или лица своей любимой женщины. У меня в России были лошади, я занимался конным спортом и закупал хорошую себе амуницию. То есть, соответственно, у меня была вся амуниция для лошадей, у меня была амуниция там седла, сапоги, всякие штуки-дрюки. Так вот, я давно не встречал такого действительно хорошего качества здесь, в Америке. Возможно, вы поделитесь своими какими-то уникальными вещами, которые кто-то делает из ваших друзей, там, где вы живете. Присылайте мне ссылки, я очень хочу посмотреть, и мне это очень интересно, это творчество и бизнес. Алекс Бугорский, ВКонтакте напишите. Я выложу эти фотки в мой Инстаграм, Олег Забугорский. Да, всех спасибо за вчерашний лайвстрим. Вчерашний лайвстрим был прекрасен. Мы с вами классно погуляли в Ньюпорт-Бич. Я прописываю в большинстве под такими долгими лайвстримами тайм-коды, по которым удобно ходить и просматривать какие-то выборочные моменты. С вами был Олег Забугорский. Я вам обещал, что это будет короткий видос, поэтому не забываем приходить на наш канал на YouTube. Найти его очень легко, когда открываешь приложение YouTube, есть поисковая строка, и вы можете просто написать «Олег Забугорский». «Олег Забугорский», «Забугром Лайф», нас уже больше 4310 человек. Подписывайтесь, смотрите мои видео, здесь есть все наши последние видео. Также у меня здесь созданы плейлисты, где можно посмотреть за 2020 год, 2016 год, какие-то выборочные «Человек и искренность», например, время, когда мы жили в Сан-Диего, в Колорадо. Жду вас на своем канале, и спасибо за ваш комментарий.